Сегодня на связи с брещанами была заведующая нотариальной конторой Ленинского района Валентина Андреюк. Вопросы, звучащие по ту сторону телефонной трубки, как всегда, самые разные. С началом учебного года актуальной остается тема оформления согласия родителей на временные выезды несовершеннолетних детей за границу. Не менее востребованный предмет обсуждения – оформление наследственных дел на жилые помещения, которые находятся в сельской местности. Это так называемые пустующие жилые дома. И что актуально, на сегодняшний день обращаются молодежь по оформлению наследственных прав, как внуки, как правнуки. То есть, наверное, вот молодежи интересно оставить свои, узнать свои корни. И вот в год малой родины вот это очень актуально. Достаточно часто обращаются к нотариусам по вопросам отчуждения недвижимого имущества. Здесь нужно быть очень внимательным. Удостоверение сделок по отчуждению недвижимости – предпочтительнее удостоверять у нотариуса, поскольку есть очень много нюансов. И что касается недвижимого имущества, ведь отчуждаются в основном приватизированные квартиры, а что касается приватизированных квартир, там очень много нюансов. И нотариус вам все расскажет. От начала сбора документов на договор приватизации, на заключение договора приватизации, особенности заключения договора приватизации первоначального и потом уже удостоверение сделки, непосредственно купли-продажи и дарения. В нотариальной конторе Ленинского района попасть к специалисту можно и в формате живой очереди, и предварительно записавшись на прием. Прямые телефонные линии проходят раз в месяц. Это бесплатно, доступно и качественно. Узнать информацию об их последующем проведении можно на официальном сайте Брестской нотариальной палаты, а также на страницах областной газеты «Заря».